Так сложилось, что художницы Вера Фролова и Агуль Ишбердина долгое время идут по жизни вместе. Сходство биографий двух художниц сочетается с их столь же близкой творческой позицией, которая в результате привела их к созданию совместного проекта «Рука об руку в родном краю». Мы пришли очень просто к этому проекту, потому что с Айгуль нас очень много что объединяет, хотя мы два разных совершенно художника с разных городов. Она с Мелеузы, я с Ишимбая. Потом мы поступили в училище, учились рядом в соседних группах. Потом мы поступили в академию, мы жили вместе, работали вместе. Мы вступили в Союз художников России. Оттуда начался наш творческий, можно сказать, такой путь. Мы советуемся, что-то новое перенимаем друг у дружки. Поэтому отсюда, само собой родился проект. Получается, она башкирка, я русская, и двумя разными глазами мы представили нашу республику. Мы вместе, но мы работаем в разной стилистике. Если Вере там присуща больше реалистическая такая школа, я немножко ухожу в стилизацию. Мы живем в таком колоритном краю нашей республики, наши корни, наши бабушки, дедушки. То есть все, что присутствует в нашей жизни, история, мы изучаем свою историю. То есть все, что в нашей жизни присутствует, то оно и на картинах. Это профессиональные художники, и надо, знаете, отметить, что не так много и молодежи, которая действительно вот так полноценна, которая так, со всем своим каким-то внутренним вот содержанием, вот она все это выплескивает на холст. Так вот очень ответственно, что ли, подходит. Ну, плюс, конечно, талантливо. Да, безусловно, есть какие-то просто пейзажные вещи. Но везде присутствует, что вот у нас редко последнее время встречается, жанровость. Вот у них есть свое собственное какое-то видение, казалось бы, обыкновенных вещей. Вера Фролова и Агуль Ишбердина не раз представляли башкирское искусство на всероссийских, региональных, республиканских и зарубежных выставках. Союз художников Башкортостана выдвинул их совместный творческий проект на соискание Государственной республиканской молодежной премии имени Хаджизаде Бабича в области литературы, искусства и архитектуры. Лауреаты премии будут объявлены в День Республики. Ну а пока уфимцы могут увидеть выставку Айгуль Ишбердина и Веры Фроловой в галерее «Мираз» до 10 сентября. Алина Гребешкова, городской телеканал ЮТВ.